Об укреплении семейных ценностей и патриотическом воспитании говорил сегодня глава Чувашии на рабочей встрече с председателем наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаилом Ивановым. У организации 58 региональных отделений, в том числе и в Чувашии. Своей миссией общественное движение считает сохранение исторических православных традиций, нравственных ценностей нашего общества, возрождение веры. Ведь тем самым в стране поддерживаются гражданский мир и межнациональное согласие. Глава Чувашии отметил, что встреча накануне Дня защитника Отечества очень символична. Вчера в своем послании президент России четко обозначил все те духовно-нравственные ценности, семейные ценности, на что мы еще раз должны обратить внимание и органы власти, и общественные организации. Уже боец, так как гражданин России, патриот Российской Федерации, делайте все. Активисты движения «Россия православная» ежегодно проводят покровские чтения, рождественские фестивали искусств, устанавливают памятные знаки на месте разрушенных храмов.